Что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Мы начинаем нашу трансляцию в демке Homeworld 3 с пылу с жару. Сегодня появилась и, собственно, тут же попробуем. А то, на что же мы фанаты Homeworld, если не попробовать. Итак. Ох ты. Красота. Красота. Прям такие целые галактические события. СМК 105 ГСВ. Что-то такое, ладушки. Вот. Отличненько. Что это у нас такое? Глянем все настроечки. Глянем, посмотрим. Так. Фигня какая-то непонятная. Реально нужно проходить игру. Сейчас один момент. Ну, в смысле, не игру, а давайте лучше full screen. С вертикальной синхронизацией. Так. 140, ну, допустим, цветовая гамма, размытие при движении, ненавижу. Не надо мне этого. HDR не надо. Настройка. No upscaling. DLSS. Что это было у нас? Ну, допустим, пускай будет так. Пускай будет так. Так, высокий, 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 высокий. Не, высокий, давайте. Высокий. Ух! Посмотрим. Применить. Так, звук хорошо. Камерам. С этим, конечно, дофига всяких настроек. Всегда отображать, да, мне нравится это. Потому что я сейчас играю в Homeworld Deserts of Karak, там очень бесит, что нельзя. Но это, ну, что там пропадают эти значки в определенный момент. Наверное, давайте. Так, негативные эффекты. Ну, давайте. Понятно. Но очень интересно. Привязка клавиш. Ну, наконец-то они наконец-то научились менять клавиши. Видимо, с Unity была какая-то лажа и в Homeworld Deserts of Karak нельзя было поменять настройки. Это просто какой-то ахтунг. Ладно, тут ничего. Это... Я уже немножко расстроился, когда смотрел переводы, но я уже буквально думаю о том, чтобы сделать статью о переводах, о терминологии мира Homeworld. Так что смотрите DTF, ну и, собственно, буду выкладывать в комьюнити части YouTube. Так, военные матчи. Давайте обучение все-таки пройдем. Настройки задания. Давайте. Заодно посмотрим, как оно. Оно так работает. Давайте. Training will begin with reviewing and testing functionality necessary for future missions. Какая машинка. Я, как бывало в Homeworld, сразу же хочу, и тут меня убивают вот этим вот. Mission goals are expressed as objectives.
Missions may require multiple objectives to be accomplished, either linearly or concurrently. Situational awareness is key for control. Какой-то толстый мужик, а? Блять, я уже что-то не люблю. Не люблю, надо менять на классическое. Practice rotating your view. Мне не нравится это V. Rotate your view to get a better angle of the mission area. Center the view on the mothership. Но как-то очень... дерганно перемещается. Не, ну может, чтобы по кругу, блин, наськи. Это понятно, это и. Friendly carrier. Где он? А вот он. EQ, да, ага, Shift. Shift. Ага. Окейшки. А где, почему Q я не работает? Да блин, ребят. Finally, adjust the height of your view to gain or reduce elevation in the mission area. No. А то есть это работает непосредственно, когда жмешь? Что-то как-то. А давайте попробуем настройки немножко уменьшить. Я, конечно. Ты же, блин, а? Это ж... Attempt to gain a close view of the allied carrier above now. О, карьер. Масштаб. The zoom command can accomplish the same task, albeit more easily. Try this now. At any time, the mothership can be quickly returned to via a dedicated command. Try this now. Backspace. А раньше было тильда. Ну или ее. F4, home. Ага. Attention. Attention. Каркушан. Вот тут уже там кар должен быть, а не кар. Что это за кар, блин? Каркушан, блин, сволочи. Так. А он прилетели. Space. Вот видите, Каркушан. Хотя какого хера оно на английском написано? Они явно оказуалили эту вселенную. То есть изначально мы же вообще как бы в GameXZ когда-то в 99-м году правильно написали, что мы не знали, как выглядят эти товарищи из Homeworld. Мы думали, они могли быть инопланетянами, там, головоногими моллюсками. Как бы мы просто видели корабли, вот, ну... Да, там он, правда, не заметил того, что в первом ролике и в последнем ролике была наша дорогая Карен Саджет. Но это уже другой момент, что если ты этого не заметил, не обратил внимания, то все равно могло быть. Это просто технологическая цивилизация с кем угодно. Как бы это просто вообще иная вселенная. То есть как будто это, не знаю, даже не Дюна, это... Star Wars, где-то далеко-далеко. Star Wars это такая, ну, сказочная. Тут как бы очень серьезно планировали все. Как будто сами боги Айзека Азимова, то есть параллельно где-то там далеко-далеко вселенная.
Вот, и у них собственный язык, собственные эти самые имена и прочее, а мы просто смотрим на это все дело и глазами, изредка понимая, как оно работает. Так. Вот он меня заболтал, я что-то сказал не то. Вот. А, кстати, вот, хигарское командование, вот. Да. Units outside this range are usually undetectable, and these areas are the dark fields of the sensors manager. All units have differing sensors range. Что-то какой-то такой. Раньше был лучше. In high sensor range can provide crucial information on enemy positions. Вот. Да ёб твою Матрону. At any time, a tactical pause can be issued. Use this to your advantage to plan or issue orders under high stress or time critical situations. О, скорость можно иметь. Это классно. Я хочу сказать, что о том, насколько хорошо сделан перевод, можно сказать уже о том, насколько он однообразен. И вот здесь вы видите хигарское командование. Хигарен команд, скорее всего, там в оригинале. А в менюшке будет Хигарийский флот. Хотя это то же самое, Хигарен флит. Вот. И опять же, это говорит о том, что отдали на сторону, они перевели как зуб в ногу, не знаю, нога в зуб или пенни, об лоб, лоб, пенни и так далее. И это вызывает у меня некоторый дискомфорт. Да. Я в конце концов переключусь на английский язык, поскольку у меня проблем с этим нету. И как вы уже видели, там есть какие-то вещи, которые до конца еще не переведены. Хотя, с другой стороны, это только еще пауза. Ну, не пауза, а демка. Так. А что происходит? Так, что-то мне этот режим не нравится, мне на самом деле больше нравилось. Так. Ой, вот, что-то, о, смотрите-ка, прикольно, что у них. Самтао, у меня такое впечатление, что что-то будет с этими бисслейерами. Какая-то... Маза. То есть, все-таки Биста, они вроде как ругались на него, но потом, видимо, сюжет сейчас завяжется на всем, на этом. Ну, я мог быть не прав, но какое-то такое ощущение есть. Так, давайте дальше уже просто, хватит. Па-па-па-па, П-плюс, да, ага, прикольно, хорошо. Это они классно сделали. Так. А можно больше? А больше нельзя? Вот это плохо. Ага. Да я понял, все. Да, хорошо. Так. Before beginning operations, we will focus on the mothership. Mothership. Так, Alt F, чё? А, ну фокус с этим мы нашли. Но почему такая сложность? Вот, видите, не перевезло. Не перевели. Ну вот. This can be done with a dedicated command to enter a focused view. Try this now. Ну это можно, да. When ships have been focused on, your view will be set to orbit around the subject. Attempt to orbit your view around the mothership with it in focus. Это кто у нас такой? Эсминка. А почему он желтый? Это, кстати, алдовый.
значок сам там. Они, походу, облизали фанатов ХВК. Типа, ну, чуваки, ладно, там это самое. Не обижайтесь на нас, что мы там не заремастерили. Так, а что надо? А, вот, понятно. Now for commands. All unit operations begin by designating a unit to issue orders to. Это какой-то... Китлес. Бисквитный чувак. Так, да-да-да, выделите. Ну, вы... Start by selecting the resource controller. Где ты там? All you send... Not all ships are combat vessels, but each class of ship has a unique role, function, and set of abilities. The mothership is a slow but well-armored shipyard, capable of fending off rudimentary threats on its own. The resource controller's resource ability is used to harvest resource units, RUs, primarily from resource patches found in asteroids or structural debris. Прикольно, смотрите-ка. Это дронный. Дронный этот самый. Additional resource controllers allow the collection of RUs from multiple resource sites at the same time. Чё, Q, да? Раньше Х было. Resource controllers are unarmed and should be protected. While very vulnerable, they have several additional uses, including recovering mission vital objectives in the AO, and in some circumstances, even capturing enemy ships. Ага. Growing the fleet is essential for every operation. Подожди. Да, я хочу сказать о том, что... Фишка в том, что у Самтау, Homeworld Cataclysm был момент, что они копировали технологии Кадеши, которые, собственно, скопировали эти кушания для производства дронного фрегата, но Самтау их улучшили, и потенциально они сделали беспилотными свои акалиты. Вот. И, собственно, прикольно, что они тут взяли эту тему с дронными ресурсосборщиками. Потому что что? Самтау — это шахтеры. Они добывают ресурсы. И, собственно, из Homeworld Cataclysm явно стыбрили идею воркеров, вот этих вот, которые и жнец, и швец, и на дуде игрец. То есть он и захватчик, и этот самый, и селвиджер, и ресурсосборщик одновременно. И чинитель, да. Ага. Это все... Увидеть полноценное древо нельзя, да? Нельзя, да. Свой флот, увеличить свой флот, left-shift, понятно. Окей. 10 палубных. If the fleet runs out of resources, production will stall during its creation. А вот и наш разведчик. Да. Ведущий. Military units can be selected for orders like non-military ones, but all military units can be selected at once through the dedicated command. Try this now. А как? F4. Move the contingent of recon ships to the marked point to scout beyond our position. Так. Our units can take advantage of terrain as a shield against oncoming threats. During combat, pilots will attempt to take advantage of whatever cover is nearby. Вот это неудобно, кстати говоря. Take advantage of cover can be paramount to mission success. Flight coming in. Send figures. Я так себе, конечно.
привычнее вот так вот я выбрал, куда смотреть, а так, опа. Так, отмечен Чего вы так хитро едете? Допустим. А можно вас как-то... А где формации? Или вы совсем забили нахер на формации? Это обидно, если так. Очень обидно. Так, ну я приехал, да. Чё вы хотите? Надо привыкнуть. Обычно Q это вверх, а это E вниз. Или, по крайней мере, у меня так клавиши перлись. Блин. Так. Чё? Блин, чё-то как-то... Это как-то мне не очень нравится. Они как-то, по-моему, усложнили. То есть раньше было четко, понятно, есть были ограничения, а здесь они как-то уперлись в те же проблемы, что и другие космические стратегии, которые пытались сделать VAST управление с там. Которая пытается приноровиться к двухмерным стратегиям. То есть это все-таки разные тематики, то что, ну, разные стили. То есть у нас получается 2D-плоскость, там у вас всего 4 степени свободы. То есть вверх, вниз, справа, влево. А тут в трехмерной плоскости у вас... Собственно, ну, считайте сами. Сколько там? 6? 6, да. Собственно, это уже увеличивает проблемы. И лучше, лучше было, когда классическое управление. Я, скорее всего, даже переключусь на него. Потому что, мне кажется, это будет лучше. Да, и тут... Это... Как? Как посмотреть на него? А, вот так вот посмотреть. Alt работает отлично. Почему он такой забитый в сторону? Чу-чу. Стой, стоять. Блин. Control. Где? Блин, тут нету... Тут нету этих самых... формаций. То есть они... Они летают как бог душу на... Откуда? Как... на душу бог положит. Ну это вообще как-то странно, по-моему. Да-да, я понял. Еще не меняется нифига этот курсор. Да. Ну ладно, будем смотреть. Будем смотреть, что делать. О, формейшн и стенсис. Ну, наконец-то. Что? Что? А где построение? Где это пос... Это... Так, небольшая перестановка микрофоном.
In addition to placing units in formation, behavior can be fine-tuned through stances. Stances. Окей. Stance influences many factors, including unit formations, attack patterns, and colors. Наш старый добрый коготь. Allied ships inbound. На, подождите, Recon here. А чё вы не ходите там? А, ладно. Да, близ. Нет, крест. Давайте крест, да. Это можно как-то... Кто это такой? Ты не посмотрел. Это как-то медленно отпрыгивает, да? Что нужно делать? Replace and reinforce the fleet as resources become available. Units can be quickly repaired by sending them to dock with either the mothership or a carrier. Dock with the carrier now. Где мои кнопочки? Ready to copy. Group 1, reinforced. DC, this is flight lead looking to put down. I go back. As mentioned prior, carriers can also build units. Switch to the newly transferred carrier in the build menu to begin unit production особой, да? To bolster our fleet. Build additional interceptors from the carrier now. Сколько надо? 5 перехватчиков, да? Нет, нет, не на, на это надо. А, его исследовать для начала надо. Ну вот это, по-моему, такая... Хотя не знаю. Умол 2 же была такая система. И не то чтобы умол катаклизм было по-другому. 5 надо, да? 5, да. Так, carriers can't build capital ships. They are more mobile than the mothership and can quickly reposition themselves across a battlefield. Угу. Такое все желтое, да? Желто-серое. А раньше-то Хумол второй был такой более просто желтый. Желтые фоны, там вот этот яркость. Желтый фон плюс синий цвет. Тут как-то немножко... За пастельными. Utilities for units can also be researched, which will give units extra utility or an edge in battle. Begin researching the ability upgrade for interceptors. Ability upgrade улучшить. Ага, вот так вот. Перехватчик, перегрузка. Это как? Как вы себе представляете? Такое казуальное. Ну ладно, нормально. Send message. Group 1 reinforced. Control 2. Researched. The technology is made available for all units it applies to. Most units will not use their abilities automatically and must receive direct orders. With good timing, this can turn the tide of an operation. Test the newly researched ability now. И на ком? На ком проверить? Так, один. Good. The ability will be active for a short period of time before going on cooldown. Using unit abilities frequently will give you an advantage in battle. The next location will allow units to take advantage of the tunnel to navigate, shielding them in the event of oncoming fire. Direct the contingent to the target position. Interceptor on station. Что нам нужно делать? Палубный корабль? Что такое палубный корабль? А-а-а! Авианосец. Ну, хотя бы авианосец, как карьер, как авианосец. У нас тут битвы были насчет того, как его переводить, там, носитель или авианосец. Типа, авианосец все-таки про птиц, там, какие-то наземные. А, с другой стороны, авиа это как бы полет.
Это про... Ну да, это про птиц, но тем не менее, какая нахрен разница. У тебя есть вертолетоносец. Давай. Лети, лети. Лети, красавчик. Смотрите, какой симпатичный, да? Ну а пока у нас тут происходит вот это все. Да, да. Пока я тут играю. У этого астероида. Где-то там играет товарищ Хиггс. Проходит свое обучение. А, отряд разведчиков. Давай сюда. Хитро надо зажать, а под... Так, что-то не работает так надо. Watch the counter. Command, carrier on location. Go with message. Go for interceptor. Defensive fire only. Так, бля. Так, один. Understood. Нейтрально. Бом-бом-бом. Мочите его. Что там? Вот это такие. Такие злые собаки, а? Еще так ракообразные такие. Что там у них за? Так. Так, у этих... Что такое? Мы все-таки убили? Ах, у собаки, да? Иди, забери. А ты... У вас есть какие-то? Лейтенант Мартин Галсен, Петри Сабан. Давайте, ждем дальше. Так. Хорошая, блядь, Франциско. Не, ну ладно, это тут товарищи просто нахерачили этих имен из
из пилотных штук. Дайте глянуть. Send transmission. Джонатан Хавиш. Как это? Хавиш. Send message. То есть был опрос среди... Подожди. Так, дай посмотреть. Михир, Лорен, Келли, Хавиш, Джонатан, Тим. Ну, они вроде как обещали то, что будут смотреть по тому, насколько она подходит для игры, но, походу, нихера они не смотрели, просто... Захуячили и похерачили. Ну, то есть, как бы, блин. Они в Homeworld Deserts of Karak тоже начали херню пороть с именами. То есть, раньше были такие инопланетные. А что нам нужно сделать-то? Shift, да? Так, подожди. Чтобы... Так. Так я уже. Interceptor reads. Group 2. Once assigned, a control group can be quickly found across the battlefield and can be useful while attempting to manage several different battles at once. A ship can even belong to several control groups for very fine control over the fleet. Some ships are capable of laying mines, providing support via area denial. Да, корабли, да, мины. Мины-тральщик. Минер. Минный корвет. Так, блоки, да-да-да, схема, параллелепипед. Окей, и кто? А где? Какие мины? Какие мины? Кем? А, вот. Ну, я к тебе со всей душой. Вот это вот, блин, ставится здесь как-то не очень удобно. Так, это корвет, то есть не корвет, это фрегат же. Командир Мартинс и Джет, да. Так. Бокс, стена. Lay a group of mines using any of the available patterns. Acknowledged. Забавно. А, вот оно как работает. Ох ты ж. Я помню такую херню. It takes time to lay mines. If a ship laying mines is interrupted at any point, any existing mines will be active, but the shape may not have full coverage. Ensure mine laying ships have enough time to allow for full pattern coverage. In some situations, persistent area denial or defense of a certain position is crucial for victory. Это что-то... турели. Где? Где? Турель? Какой турель? Кем? Кем? О, турель. Controller on station. Это интересно. Это было в Homeworld Dustworn. Нам обещали. В 2000 году, короче. А где поставить? Есть какие-то определенные значения? Где у вас solid surface? Да. Turrets can be redeployed without first undeploying them if desired. Simply issue a deploy order to a new location. Multiple turrets can also be deployed in rapid succession, allowing groups of turrets to quickly secure one or more location. Multiple turret types exist.
Select the one best suited to the situation and goals of the mission. Ну, как-то не кузяво поставлено. Да, ну что ж. Войти в гиперпространство, мы здесь все сделали. Давайте посмотрим на... Точно нужно кнопку зажимать. Что у нас тут такое? О, это, типа насквозь. Классно. Так, ну ладно, войти в гиперпространство. Чё там? Вот, как это выглядит теперь. Прикольно, да? Такой, как будто космос там прячется за ней. Ох, ну что, интересненько, интересненько. Но сейчас немножко пауза. А, точнее, я, наверное, остановлюсь на этом. Здесь, но будет вторая сессия, обязательно присоединяйтесь, где мы посмотрим, как оно играется в реальном времени в кооперативе. Сейчас, правда, посмотрю, что у нас за справочник. Tutorials, окей, камера, движение камеры, окей, юниты, челленджи, хостайл. Это какие-то интересные артефакты. Бомбардировщик. О, интересненько, интересненько. Это какая-то... Ага. Так, идем дальше сюда. История Холд. О! The barren desert planet of Karak. Пустыня Карак. Resilient but divided people. Known as the Kushan. They fought over resources under a burning sun for thousands of years. Everything changed when Rachel Sajet discovered something buried deep beneath the unforgiving sands. Ага, то, что не должно было работать, но почему-то оно отмечалось. An ancient technology that would allow the Kushan to escape their dying world. A hyperspace core. Как бы они и без этого могли покинуть, как бы никто не запрещал в первом полугодии. A map that pointed the way to the true home of the Kushan, Higara. С учетом того, что всех хотели продать and for 100 years worked together to construct a grand mothership that could transport 600,000 Kushan to Higara. Karen Sajet, Rachel's descendant, volunteered to be bound body and mind to the mothership and become its navigator and fleet command. But the efforts of the Kushan did not go unnoticed. The Tidan Empire, a powerful enemy, would exile the Kushan to Karak. While Karak burned, Karen rescued all that remained of her people. But instead of fleeing, лорный косяк, который не понимает. A spear aimed directly at Higara. In the war that ensued thereafter, Karen's fleet emerged victorious. The Tidan Empire was shattered, and the Kushan reclaimed their homeworld, becoming Higarans once more. Higарянами, Тайдане. Just as Rachel discovered a hyperspace core, Karen learned of the existence of two others. The first of these was gifted to Karen by the Bentusi, an ancient race who called no planet home and lived only among the stars. Ну да, они же там как кибер. The final core was won by Karen upon defeating the Vager, a vicious foe. Это неправда. Они оставили материнский корабль у центра галактики. Вот, как раз таки. And in doing so, unlocked a vast hyperspace gate network, enabling interstellar travel. Кто же это рисовал-то, ё-моё.
Trade and culture spread effortlessly between the stars. Population centers grew in places previously inaccessible, and the galaxy was united in peace. Thus began the Age of Sajet. Ну, как-то по-дешмански написано, конечно. Но нарисовано. О, вот returned. Это вот интересно. It became known as the anomaly. Gates in this area were erratic, dangerous. Thousands of lives were lost. Eventually, these gates went completely dark, and the anomaly spread. Karen Sajet, aboard a new mothership called the Kar Sajuk, was sent to find the source of the anomaly. Stop it. She never returned. Да, вообще-то у нее Кар Саджук уже был. 20 years later, the burden falls to Karen's protege, Imogen Sajet. О, 20 лет назад? Ага. Ну вот, новая дата. Чё-то я как-то так... Эти товарищи прыгают по столетиям, как бы, и не устраняют косяки лора, которые были. То есть один из самых главных косяков лора — это 3000 лет жили кушане на Кхараке, там, или, ну там, сколько времени прошло-то, или 4000 лет. И это везде вот эта цифра путается туда-сюда. Официальный таймлайн держит цифру в 3000 лет, но постоянно пытается упоминать 4000. В общем, это ужасно бесит, потому что несмотря на то, что вроде как Homeworld вернулся в родную гавань, отцы-основатели явно не торопятся сделать, так сказать, consistent истории. Они, в общем-то, готовы расширяться дальше, там, прыгнуть еще через сотни лет, надо хоть через тысячи лет, чтобы сочинить новые истории, лишь бы не исправлять косяки прошлых игр. Как-то так, да. Ладушки, на этом все. Но обязательно помните, что будет вторая часть, где мы кооперативно поиграем с товарищем Хиггсом. И в нее тоже заходите, там будет реальный геймплей с реальным товарищем, да, с реальными кораблями, и посмотрим, насколько это управление меня не разбесит, и я не переключусь на классическое, например. Ну, а пока лайки, подписки, заходите на Homeworld Russian Fleet, явно будет о чем поговорить через месяц как минимум, и... Увидимся в этой или в другой игре. Вот, всем пока. Точнее, не пока, продолжаем. Да.